Петербурге сегодня отмечают скорбную дату начала Великой Отечественной войны. Ровно 75 лет назад фашистская Германия вторглась на территорию нашей страны. В память о тех событиях на Смоленском кладбище состоялось торжественное возложение цветов. Сегодня к памятнику павшим воинам пришло сотни жителей Василеостровского района. Это и ветераны, участники сражений, и дети блокадного Ленинграда, и представители районной администрации. Минутой молчания почтили тех, кто 22 июня 1941 года принял первый удар немецко-фашистских захватчиков. До многих даже не дошло, насколько это будет долго, насколько это будет страшно, насколько это будет тяжело и сколько будет потерь. Словами не передать, как было холодно, как было голодно. По погибшим священнослужитель Смоленской православной церкви отслужил панихиду. В годы Великой Отечественной войны на полях сражений погибло свыше 26 миллионов человек. От голода и холода в блокадном Ленинграде умерло 1,5 миллиона горожан.